Белорусская универсальная товарная биржа с начала года реализовала более 60 тысяч тонн сырого коровьего молока. Это в 4 раза больше, чем за весь прошлый год. В денежном выражении продажи также выросли до 57 миллионов рублей. Объем сделок растет ежемесячно. Цены на биржевых торгах за последние 3 месяца тоже прибавили 20%.